Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и пора нам продолжать Wacky Block Challenge. Что-то мы уже перестали, там вот вы видите головешку этой хрени, которая, блин, подсветилась. Короче, поздоровайся, Настя. Привет. Сегодня мы будем шарахать любовь сия, не знаю, кто вообще может любить эту фигню. Мы будем Я бить... люблю. Ну вот, сразу видно, кто их целевая аудитория. Бить мы будем, короче, Эпплджека. Насколько я знаю, это паня, которую... Паня, которую все очень любят. И поэтому мы ее сегодня полюбим пару раз мечом по башке. 30 лаки-блоков, верстак, еда, все как надо, старые добрые правила. Нашли кучу новых модов и будем теперь с ними орудовать. Оба-на, Настюха. Ой. Настюха. Чу, чу. Смотри, какой что у меня миленький маленький. Можно его оставить? Можно его не бить, пожалуйста? Ну не бей, я только хотел хороший. На тебя натравить. Я хотел на тебя натравить паука ядовитого, но он что-то не решил тебя бить. Можно назову его Андрюшкой? Смотри, как он хороший. Нет, нельзя. Я не такой зеленый и склизкий. Слышь, Настюх. Такой... Да, что? У меня для тебя задание. У меня для тебя очень сложная миссия. Ты должна подойти и выбрать сундук. Андрюш, смотри, у меня слизнячок. Да иди сюда, блок! У тебя аж кот орёт. Ломай. Один из них удачливый, другой нет. Правила все те же. Какой ты выбираешь слизнячок? Он выбирает вот этот. Ладно, ладно, отойди, отойди. Отойди, подальше. Слизнячок. Что-то не похоже на то, что это неудачливый. О, смотри, прикольно, у меня есть маячок. Играем, кстати, ребят, на версии 1.7.2, потому что у Насти не выносит ноутбук 1.7.10. Ой-ой. Вау! Ха-ха, ты думал меня поймать? Нифига. Скилл. О, блин. Окей, поймали. Так, значит, ТПХ. Чё мне теперь-то? Блин. Осторожно, слизнячок. Не наступи на слизнячка! Game mod! Keep inventory! Вы, у меня 22 блока. Ауч. Походу, а это твои блоки. У меня магма куб. Лови, лови, лови. На. Ой, какой маленький, хорошенький. Теперь ты будешь моим слизнячком. Ах, ты меня. Ау. На. Ау. Мне не понравилось, что ты изменщица. Давай тогда поделим, короче, вакиблоки надвое. По-моему, у меня их было больше, но не важно. Так и у меня было 25 штук. А, ну тогда ладно. Что? Я не знаю, куда делать пара блоков. И не важно. Парочка. Чуть-чуть совсем. Смотри, у меня есть свои овечки. Тонна своих овечек. Ты мне скинул, скажи, пожалуйста, ты мне вот скинул блоки? Я какие-то подобрала, это ты у меня скинул, да? И сколько ты их подобрала? 23 штуки. Ну, правильно все. Да? Да. Оу. Чё ты не пода... Стоп, keep inventory, сейчас ты есть. У меня уже, я поставил. Чё-то мне не выпадает вообще ничего полезного, какое-то фуфло. Ну вот нафиг мне вот эти вот яйца, у меня своих достаточно, этих гаста. Все. Пусть гаст ходит, радуется, веселится. В общем, живет полной жизнью, чувак. Гаста, так, чувак. На тебе, гаста получил вообще. Слушай, живи полной жизни где-нибудь в другом месте, замотал. Не, ну вот на создателя нападать, это была большая ошибка, чувак. Ха-ха. Опа! Я ж лучший питчер. Все. Куда он делся? Я лучший подающий, никто нигде, никогда не будет оспаривать мое могущество. Че ты там, куда ты улетел? Привет. Привет. Как твои дела? Разбей блок, тебе постоянно говорят это делать. Разбивай ты, для чего мне тут нет, женщина? Нет, нет, давай сам, это 9 алмазов, ты должен их взять. Работай! Ноп. Кстати, сегодня для тебя ачивочка будет, Настюха. Для меня опять? Для тебя опять. Че надо делать? Мы построим тебе большой-большой-большой столб. И ты будешь должна с него соскочить. Я буду тереться вокруг него. Нет, соскочить в маленькую лужу воды. Если ты выживешь, тогда окей. Если ты не выживешь, тогда ты, ну, умерла. Люди, которые придумали эту ачивку, я вас ненавижу. Ребята, я вас уважаю. Кстати, я вспомню еще про одно шоу сегодня, Настюх, потом надо будет тебе о нем сказать. Очень клевое. Так, ладно, что тут было вообще? Вау! Ха-ха! Вы думали меня так легко взять? А вот нифига! Ой! Оу-оу-оу-оу-оу-оу-ой. Боб, нет, Боб, нет. Боб, фу. Сколько у тебя еще богов? У меня 7 штук. Посмотри, он такой хорошенький, маленький, но прыгает. Где? Кто хочет твоей крови? О, Боб. Он подружился с Бобом. Они все тут ко мне, они чувствуют мамочку. Боб такой, о, привет, мой маленький слизнячок. Андрюшка. Че? Смотри. А, окей.
Их две, их можно потрогать. Эники, беники, ели вареники, эни пики бели лино. Боже мой, боже мой, боже мой. Не смей ко мне телепортироваться. Черт. А хотя, ладно, телепортируйся. А чё такая щедрость-то внезапная? Телепортируйся. Я сказала. О нет, черт, возьми, черт. Я выживу. Эй, Боб, ты чё вообще? Нет, Боб. Фу, я-то тебе чего? Я тут мирный, добрый, стою, никого не трогаю. Привет, Андрюх. Привет, Настя. Всегда здорово с тобой сниматься. Да блин, это же был мой лук. Ноп. А, у меня места нет. Ладно, ладно. Я и так справлюсь. Настоящим мужикам не нужны подачки. Вот на тебе. Подожди-ка. А, нет, все равно нет шансов. А о чем ты? Да так. О своем. Вау! Тебе не понять. Вау! Так. Нет, меча вообще ничего нет. Ну, вау! Кому нужны мечи? О, естественно. О. По крайней мере, у меня будет золотой меч, да? Будет? Нет, не будет. На верстачки. Да не нужны мне верстачки. Че мне вообще там... Мне нечего даже делать. У меня ничего нет. Кроме моего верного лука, пойди, которого я зову Бэт. Пойди, разбей алмазный блок и сделай себе что-нибудь. Никогда. Палочку. Это путь слабых духов. О. Я не один из них. Ну ты вообще какой-то неправильный. Так, ты все? Нет. Ну давай, скорее. Я пока постою с лошадью и посмотрю вдаль. Вот это да, вот это интересное занятие. Ну а что? Я там вижу будущее наше. Где-то там поня... А, не, поня вот это. Шоу, все? Почти. Вау! Мистеру Рейнбоу очень понравился торт. Эй, Боб! А? Слушай, ой. Боб, иди окстись! Ё-моё! Чего тебе нужно? О, халява. Настоящий искатель приключений всегда любит халяву. Так, все. Боб, не трогай меня, Боб, пожалуйста, нет. Да, Боб, ты чё вообще буйный? Какого хрена, Боб? Как же наша мужская солидарность и вся фигня? Пора нам бить паню. Ну же, давай же, Настя. Все, почти. Давай вместе бить паню. Она нас ждет. Вот так вот все. Вот сейчас точно все. Так, Lucky Look, Lucky Sword, яблочки, фул алмазной брони. Пожалуй, я готова. Ты меня не запугаешь, ведьма. Слушай, убей Боба, не гони. Я и сама же умру. Ну, конечно, кому меня жалко. Ой, а не, норм. Ну, поэтому и говорю, убей. О-о-о. Тебе ж ничего не страшно. Оба! Ха-ха! Один урона. Ха-ха! Ноль урона. Потому что я кушать хочу. Ж, господи, как-то долго-то. А вот так вот будет больше урона? Оу. Ау! Ну-ну-ну. Давайте ставим ставочки, кто кого, кто кого. Ребята, пишите в комментариях, кто кого. Я ставлю, конечно же, на... Ладно, себя. Я ставил на Настю. Ну что же. Так-так. Так как ты круче, давай ты сама открывай паню. А, стоп, паню надо сначала перепрограммировать. Паня не настроена на уничтожение всего вокруг, поэтому а давай сейчас тоже в геймод и потом одновременно выйдем из него. Иди сюда. Без геймода. Перепрограммируй паню. О. А ты дашь мне классную штуку? Дай мне классную штуку. На. Бери классную штуку. Эй. Да? Жадность просто максимального левела. Перепрограммируй паню. Господи, боже мой, чем мы занимаемся на своих летсплеях? Ни у кого больше такого нет. Просто нигде не увидите. Все, мне кажется, она буйная. Я могу бить ее отсюда. Я могу просто взять и победить. Можно мне, пожалуйста? Буйная паня. Слышь, выпусти паню, ты че? Ой, извини. А нет, она не буйная, подожди, стой. Паня, оу, wait, почему ты вышла? Потому что что-то случилось. Паня на тебя посмотрела неодобрительно, и ты кикнулась. А что произошло-то, ты можешь вернуться к нам? Я не знаю, это хороший вопрос. Паня на тебя так неодобрительно взглянула, и ты такой, о боже, пора валить. Здесь явно не место мне. Слушай, а что-то я и не могу вернуться, вот это странно как-то. Вот, что выдает? Ничего не выдает, просто не пингуется.
Ох, ладно, ребята, мы скоро вернемся. Компот-то выходить. Ну что, мы типа починили, да? Теперь готовы, ну, готовы к бою. Выходи из гейм-мода. На счет три. Раз, два, три. Я боюсь. Ну нормально. А вот я сейчас нажал. Давай еще раз. Раз, два, три. Уи. Ей пох. Как так? Опа. Нет! О нет, о нет, что это? Почему она стреляет по тебе стрелами? Что? Эй, ты чего, пони? Подожди, сейчас я застрелю. Как в дурацком Майнкрафте стрелять? Подойди, да ё-моё. Жестокая тварь. Все, я объединяюсь с панёй, короче, буду бить тебя. В атаку, моя понь. В атаку, понь. Давай. Хрена, мы тебя вдвоём заколдобить не можем. Давай, понь, мы сможем. Понь, тихо. Тихо, понь. Я тебе не враг, понь. Да понь. Тупая понь. Эй. Это не считается. Я одна ее убью. Ты не убьешь. Ты не спас... Понь! Я, мать твою, твой друг! Какого черта, понь? Я тебе хвост выдру после этого боя. Все, караем, короче, ее. Понь. Давай, понь, давай. Понь, тупая ты овца, что ты меня-то бьешь? Мы френдли, понимаешь? Френдли. Это значит, друзья, тупая ты калоша. На. Рарар. Рарар! Вон пошел! Понь, спасай меня, понь! Пони! Идите колотить быстро! Пони! Тупое животное! Только попробуй меня ударить, тварь! Все горите! Ты опасная! Ты кто-нибудь говорил об этом? Че ты там хаваешься? Давай быстро в атаку! Я не могу, я боюсь! А, понь! Тварь предательская, вероломная крыса! Черт возьми, какая она сильная-то. Тупой понь Ланнистер. Типа понь меня победила. Да, она еще вернулась на свой трон. Глупая понь. На! Ноп! I will kill you, bitch! Понь, не надо мне в спину-то стрелять! Тупое чмо! Какое же ты глупое! Шалава, а? Вот шалава. Вот мне сразу не понравился Apple Jack, это тупой говно. Жопа. Девочка. Да! Вон говно! Давай, Applejack! Кто бы ты ни было! У меня топор об тебя сломался! Давай, Applejack! Давай, Applejack! Зачем ты ее откидываешь-то, глупое ты животное? Ты вообще мозгом обладаешь, нет? По фильму они умные, нет? Ой, тупая. Осторожно. Тупое чмо! Ладно, ребят, я в этой серии проиграл, потому что... Вот эта вот вероломная крыса, которую зовут Панем, предала меня и ударила меня в спину. Понимаете? В спину. Нет уважения и чести таким тварям. Ладно. Ой, я съем тортик. На этом все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока-пока. Ну, убей меня еще раз. Давай добьем. Что ты? Давай добьем. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Да. Ну, мне нечем. На. А, нет, погоди, у меня есть стрелы. На, возьми вот это возьми. Не-не-не, все, я застреляю. Давай быстро, появились чужие! О, у него нет. Чужие нападают! Они пошли защищать по ней! Внезапно. Объединение пони-любителей! Давай! О, чужие пошли в атаку! Чужие сзади! Не колышет! Все нормально! Я же говорил, чужие сзади! Зима близко, чужие сзади! Давай! Что происходит вообще? Бей по ней! Где? Бей по ней! Я даже не вижу. Да вон она, поня! Так, слушай, чужой, ты не в кассу, иди вон! Ого, жирный какой! Быстро! Поня! Тут 40 жизней! Оба! Увернулся от одного! Увернулся! Добиваю! Закидываю, блин, в корзину! Уйдите от меня! Черные чмырдяи! Ай-ай! Сколько у меня жизней? Почти нету, 40! 40, давай, мы сможем, на! Вероломная крыса, уйди от меня! Да блин,
Это слишком трудно, даже для меня. Я ее соснайперю! Соснайперю! Я смогу! Да блин, чужие закрывают ее своим... Чужие закрывают ее своими телами! Ё-моё! 18%, ё-моё! Я смогу... да! Это великолепная победа для нашего дома! Всё, ребят, всем спасибо за просмотр, пока-пока-пока! Я удаляюсь!